Четвертая серия. Москва, Красноярск. Находимся в Нижнем Новгороде. Двигаемся по Барминской улице. Впереди Охский съезд. Справа по ходу река. Справа по ходу река Ака. Впереди камера. Ограничение 60. С правой стороны жилой комплекс «Маршал Град». Двигаемся по улицам Нижнего Новгорода. С правой стороны Нижегородский государственный университет Лобачевского. Река Ака справа. Справа по ходу Светлогорская улица, Светлогорский проезд. Параллельно нам идет Светлогорский переулок с левой стороны. Ну, заторы, час пик, двигаемся еле-еле. С левой стороны называется база малого и среднего бизнеса. Через город проходит река Старка. С левой стороны она. Темнеет быстро. Ну, чуть попозже отвечу на вопросы, которые были заданы в комментариях. Ну и обращусь к этим комментариям. С правой стороны Слудинская очистная станция. С левой стороны кладбище Марьина Роща, но далеко от дороги. И с правой стороны по ходу Швейцария. Ну, это район, наверное, называется так. Там же река Ака. Много садовых товариществ, например, с левой стороны такие, как Завета Мичурина, сад 4, Завета Мичурина, сад 1, Завета Мичурина, сад 2, но это все с левой стороны. С левой стороны поворот на улицу Медицинская. Автоэлектрик, КамАЗ 5490, телефон 413.
Ну, реклама услуг на 15-м канале. Нижний практически проехали. Пригород уже, наверное. Справа практически вплотную на дороге река Ака. Двигаемся по проспекту Гагарина. С левой стороны не очень далеко Садовое товарищество Ленинец, один массив. Там же широкая улица, улица Радистов, улица Глазунова, Батумская улица, параллельно проспекту Гагарина, Пятигорская улица. Ну, достаточно много улиц. Пригород Нижнего Новгорода. Впереди развязка. Развязка. Значит, ограничение 60. Улица Ленина пересекает проспект Гагарина. Поворот направо будет на Нузинский мост. С левой стороны Кемеровская улица, улица Петровского, улица Кащенко, ну и так далее. Очень много улиц. Заторы, заторы, заторы. Час пик. Обычная картина. Так, впереди развязка. Уйдем на развязке на улицу Ларина. Это будет налево, а направо Мозинский мост. Если двигаться в обратную сторону, то попадем на Мозинский мост. С правой стороны МПП «Салют». Садовое некоммерческое товарищество «Факел». С левой стороны садовое товарищество «Мыза».
Ну и с левой стороны по ходу железнодорожная ветка. Напомню, двигаемся по улице Ларина, Нижний Новгород. Курс на восток. Ну, быстро стемнело. Ну, еще не стемнело, но темнеет очень быстро. С левой стороны приближается железнодорожная ветка, железная дорога. И за железной дорогой река Рахма. Или Рахма. Это с левой стороны. Практически вплотную с левой стороны по ходу идет железная дорога. Ну и с левой стороны Нижегородское кладбище. Сейчас начинаем подыскивать место для ночевки. Осторожно, дети. Ограничение 70. С правой стороны торговый комплекс супермаркет Мега. С левой стороны далеко магистральная улица, тепличное хозяйство, танхаусы какие-то. Теперь с правой стороны к трассе приближается железная дорога. Впереди камера. Ограничение 90. С левой стороны распределительный центр Кстово. Что это такое, не знаю. С левой стороны Столбичинская улица. Начинаем. Интенсивно присматривать место для
остановки на привал. С правой стороны лесной массив, железная дорога. С левой стороны по ходу жилые дома, ну коттеджи. Впереди город. Ограничение 60. Зажглись фонари, сумерки. Впереди мобильный пост ДПС. Контроль скорости. Ограничение 50. Ну как же знать это наказание? Подъезжаем к городу Кстов. Я предлагал объехать Кстов, но ведущий решил проехать через город. Впереди мобильный пост ДПС. Контроль скорости. Ограничение 60. Ну, с правой стороны железнодорожная, железная дорога. Наверное, видно будет ее. С левой стороны уже идут жилые массивы города Кстов. Я однажды ночевал в Кстове, остановился возле гипермаркета на стоянке. Там были и фуры стояли. Вот, и спокойно, без проблем, бесплатно там заночевал. Ну а сейчас проезжаем город Кстов. Посмотрите на улицы города. С правой стороны улица 40 лет Октября, бульвар нефтеприработчиков, зеленая улица. С левой стороны завод Агат. Береговая нефтебаза ООО «Лукойл» Нижегородской. Нижегород нефтеорг синтез, о господи. Кстати, проезжая Кстов, прямо на границе Кстова, города Митя, есть заправочная станция. Самый низкий уровень цен. Я даже был удивлен, когда... Я тебе говорил, стрелку этот, ты налево на Казань проскочил. Так что имейте в виду, за Кстовом... Впереди мобильный пост ДПС. Контроль скорости. Ограничение 60. Ну, наверное, будем проезжать. Я это место более конкретно обозначу.
правой стороны Новоликеева за развязкой. Впереди опасный поворот. Ограничение 30. Это с правой стороны, с левой стороны Подвалиха. Жилой массив или деревня, трудно сказать. Ну, есть небольшое освещение фрагментами на трассе. Ну, дальнобойщики общаются. Ну вот, приехали, выбрали место для ночевки. Ну вот, для тех, кто планирует поездку на восток, за Кстовом можете записать координаты, место, где можно остановиться на ночевку, на отдых. Место тихое, спокойное. Тут можно получить помощь и техподдержку электроники, ну, обновить карты, отремонтировать видеорегистратор или навигатор, радиостанцию настроить. Но должен сказать, что вот отъехали недалеко от Кстова, ведущий крутился по площадке и пытался найти место, где есть интернет, где ловит у него Билайн. Вот, сколько он не крутился здесь, практически нигде связи Билайна, интернета не было. У меня Мегафон, связь была уверенная. То есть проблем с интернетом у Мегафона сейчас крутанусь немножко. Ну вот, вроде бы припарковались. Прошло немного времени, полчаса. Оглядываюсь, ведущего нет. Ну, ночь прошла спокойно, без проблем, как я уже говорил. Вот, пока я перебрасывал видео на внешний жесткий диск, я говорю, ведущий крутился по площадке, искал место, так и не нашел. Вот сейчас немножко наведем марафет, умоемся, попьем кофе и тронемся дальше. Ну, эта информация для тех, кто собирается в дальнюю поездку на восток. Вот за Кстовом можно остановиться без проблем. Но имейте в виду, что здесь Билайна нет, связи Билайна нет. У меня две сим-карты, Билайн стоял и Мегафон. Вот. Мегафон принимал уверенно, без проблем. У Билайна тут связи нет.
Вот много машин, видите, останавливаются на ночевку. Нормальное, тихое, спокойное место. Особого шика, комфорта нет. Но те, кто не привередлив, могут остановиться. Радио FM ловит. С этим проблем нет. С правой стороны, видите, двигаются большие грузы по трассе. Положение определено. Вот пьем кофе. Так. Ну, это мой комментарий в салоне автомобиля. Постарайтесь не пропустить завершающие серии. Там будет тоже небольшая реклама под Красноярском. Под Красноярском под названием ЖОС. Женя, Ольга, Семен. Или СОЖ, сейчас уже не помню. Небольшое интервью владельца места для ночевки, отдыха. Там и баня, и кафе. Не пропустите. Утренний кофе, сигарета. Новости. Ну вот такой комментарий к этому месту. Вы, наверное, слышали. Видео полное, без ускорения, будет на втором аккаунте Видеодорог 2. Там размещено, но гораздо позже. Кому интересно, конечно, послушать оригинальный аудиокомментарий, приглашаю.
Солнце Это в лицо. такое место для остановки на ночь. Кафе тут есть. Неплохое кафе. Сейчас пойдет умоется. А сейчас заедем немножко умоемся. Ну, утренние процедуры. Немножко поспешил я со стартом, сказав, что стартуем. Проветриваем автомобили. Помываемся. Это рассказываю о комплектации автомобиля. Делюсь своим мнением об автомобиле после первого дня движения. Подробно показывать уровень топлива. И потом, значит, нет функции, как, например, на чем же это было, сейчас я не вспомню даже автомобиль, не вспомню. Там, значит, показывал, на панели приборов показывал, сколько можно залить в бак. Не нужно высчитывать, сколько сколько емкость бака, вычитать там оставшееся топливо. Там просто показывало, сколько топлива можно залить в бак. Очень удобно. Сейчас кварку автомобиля вспомню. Вот в этом автомобиле такие функции.
Но вот в эту поездку я лоханулся. Ну, как в прошлом маршруте я сказал, что хоть посмотрим, проехал по городу Уфе, посмотрел, насколько это было, ну, возможно, кусочек. Вот команда перегонщиков. Поздно на улице было. Наконец-то стартуем. Давай, выходи. Ну вот этот ехал, видать, всю ночь. Сейчас остановится на...
на ночевку, я имею в виду дальнобойщика. Солнце в лицо. Впереди мост через реку Кудима. Так, отвечаю на вопросы, комментарии, которые поступили к этому часу. Логин Сергей Трошин пишет: а вы не хотели бы перегнать авто за границу, скажем, Париж? Было бы неплохо посмотреть на дороги Западной Европы с вашей камеры. Я не был в Европе. Опыта перегона по Европе нету. Интересно, конечно, было бы проехать по европейским дорогам. Но там расстояния очень короткие. Я не очень приветствую там расстояние 500-700 тысяч километров. Вот, ну, в принципе, было бы интересно, но повторю, что отдал бы предпочтение, будь такая возможность, маршруту Москва-Магадан. Вообще-то у меня видео до Якутска есть, трасса Лена есть у меня, а вот трассы Колыма, к сожалению, нет. И я не нашел в интернете что-то похожее. Фрагменты есть с трассы Колыма, а вот полностью видео такого, к сожалению, нет. Поэтому, если будет возможность... Ну, не знаю, будет такая у меня возможность или нет проехать. Ну, такая задумка, такая мечта, повторю, есть. Логин Сергей Трошин спрашивает: когда ехали в Кемерово, ведущий заезжал в Казань и Челябинск, сейчас во Владимир. У него тоже наверняка регистратор стоит или нет? Можно было бы вставить как вариант проезда через город. Или у него циклическая запись. Ну, ведущий категорически против видеорегистраторов, против этой фиксации. Хотя я неоднократно говорил, что это интересно будет людям посмотреть. Ну вот, пока никак заставить его не могу, чтобы он установил видеорегистратор. К сожалению. Ну, надеемся. Надеюсь переубедить его. Он тоже будет ставить видеорегистратор. У меня даже есть задумка ставить сразу два видеорегистратора. Один на лобовое, другой на заднее стекло. Логин ядро написал:
Вот, а мне бы с вашим участием посмотреть перегон автомобилей в Казахстан или Среднюю Азию, Астана, Алма-Ата, Ташкент, Бишкек и тому, подобие такого вообще в Ютубе нету. К сожалению, я тоже не видел полного видео по Средней Азии и Казахстану. Фрагментами есть какие-то ролики, но они короткие, фрагментарно. Мне бы очень интересно было бы посмотреть и заснять реку Или, Капчагайскую ГЭС, потому что я в 69-м году участвовал в строительстве, в перекрытии реки Или, когда шло строительство Капчагайской ГЭС, когда море только начинало образовываться. Вот я в это время был там, работал, даже где-то в фундаменте плотины у меня есть, я там оставил монетку. Плотина оригинальная на Капчагайской ГЭС, наливная, что ли, не бетонная, а грунтовая. Вот там особая технология, не буду в это вдаваться. Конечно, было бы интересно проехать Казахстан, Среднюю Азию, но зная гаишников, что в Казахстане, что в Средней Азии, в Узбекистане в частности, вот особого желания, конечно, с ними встречаться нет. Я однажды ехал из Узбекистана в Россию, когда почти на каждом посту останавливали, но это было давно, лет 15 назад, и почти на каждом шагу вымогали, банальное вымогательство, вплоть до того, что забрали и огнетушитель, набор инструментов, было такое. Поэтому память нехорошая память об этой поездке. Главное, требовали там, дань, потому что штрафом это назвать, язык не поворачивается, а требовали дань. Не в местных деньгах, не в суммах, а в российских рублях. И смех, и грех. Не знаю, может быть, ситуация уже поменялась. Может быть, уже другие отношения на дороге водитель из России и местные гаишники. Ну вот у меня как-то... Мне как-то не очень в этом повезло. Так, логин. Александр 7 написал. Вы ехали по Лакинску практически с максимально допустимой скоростью. И вас, как стоячего, обходит автобус. Вот шумахеры, блин. Во-первых, шумахер это... высококлассный профессионал, водитель. Он передвигаясь по городу, соблюдает правила дорожного движения, скоростной режим и так далее. Это не шумахеры, это люди, которых бы вообще лишал водительских прав и запрещал им вообще близко подходить к автомобилям. Неоднократно на трассах России наблюдал последствия вот таких вот гонок. Жуткие аварии, страшные просто аварии. Водитель сидит, размазывает сопли по морде, слезы, а что, там десятки погибших. Мало того, их лишать водительских прав.
вообще заниматься профессиональной деятельностью по перевозке грузов или людей, категорически бы запретил. Устанавливают на автомобили так называемые черные ящики или вот эти приборы, которые отслеживают режим работы водителя, режим работы двигателя. Вроде бы какая-то работа в этом направлении ведется. Но вы послушайте эфир. Миллион мест, где можно... Где и откорректируют, и отградуируют, все что угодно сделают с этим черным ящиком. Во-первых, ликвидировать все точки, которые проводят коррекцию этих вот, как они сейчас, не могу вспомнить, приборов, которые контролируют работу водителя и режимы двигателя. Это первое. И второе, значит, используя видеокадры и на моих роликах, и на роликах других, кто размещает в Ютубе видео, вот отслеживать все это. Бог с ним, он этот рискует своей жизнью. Что хочет, то пусть и делает, хоть с моста он вниз головой прыгает. Но он везет людей. Он везет людей, и сколько невинных людей они загубили. Я когда вот вижу на трассе, что вот обгоняют там на скорости, смотрю на свой спидометр и прикидываю скорость вот этих вот автобусов, меня, откровенно говоря, начинает трясти от возмущения, как ведут себя вот эти, в кавычках, водители. Просто, я говорю, вот у меня слов нету. Нету слов просто, даже говорить не могу. Настолько они мне неприятны. И... Ну, это преступники. Это потенциальные преступники. Сами пусть бьются как хотят, но зачем за собой тащить еще жизни других невинных людей? Просто возмущения у меня нет предела. Так. Так, ну тут комментарий Дмитрий Казаков пишет про мошенников на трассе. Это ненормативная лексика. Так, приближаемся к Лужкову. Нагрузка огромная на трассу. Интенсивное снижение, высокое. Слева и справа дома, это город Лужкова. Главная улица Мичурина. Не знаю, главное или нет, вижу, улица Мичурина пересекает город. Объездная дорога, улица Свободы. Вижу на карте ОАО «Лужковский электротехнический завод». Что еще здесь? Улица Ленина. Улица Маслова. Ну, вот те улицы, которые я вижу на карте. Так. Ну, больше пока никаких комментариев. Сообщений нету.
проехал Россию вдоль и поперек многократно, и можно было бы сказать, где я только не был. Ответ простой. Я не был на Колыме, я не был на Алтае, и много где я не был. И, наверное, уже... И, наверное, кто-нибудь другой проедет по этим местам и разместит видео. Так, Лыскова пройдена. Ну, ничего примечательного пока не вижу на карте. С правой стороны далеко Чернуха. Населенный пункт. Ну, деревня, наверное. Вот опять вернусь к этим ситуациям на дороге, когда меня тоже нельзя назвать дисциплинированным, таким вот ангелом на дороге. Еще тот оторвит и выброси. Но никогда не рискую жизнью пассажиров, сидящих в салоне. Реклама. Но когда вот видишь вот этих вот, с позволения сказать, гонщиков, почему-то называют их гонщики, мажоры, вот, меня начинает как бы очень сильно это напрягать. По городу эти вот гоняют шмары, богдасрани и прочая шваль вот это на миллионных автомобилях. Смотреть на них я просто-напросто вот не могу, меня просто начинает бесить от поведения вот этих, назвать людьми их очень сложно. Сразу такое возникает мысль, что вы в городе выпендриваетесь? Ну, выезжаете на трассу Амур, вот от Чернышевска и до Сковородино, там 1500 километров, но разгонитесь там. Покажите там свою лихость, свою, я не знаю, свой профессионализм, я не знаю, что угодно. Зачем вы выпендриваетесь перед людьми, которые на остановках стоят, по тротуару идут? Вот я никогда, наверное, не успокоюсь и не буду с безразличием относиться на поведение вот этих вот. Даже язык не поворачивается, как их назвать. Папаши, мамаши наворуют денег, купят вот этим ублюдкам, и те начинают убивать людей на дорогах. Извините за пафос, но это вот одна из больных как бы тем для меня. Хотя даю себе оценку, что назвать меня ангелом на дороге или дисциплинированным водителем, ну, язык не поворачивается, еще тот оторви да выброси. Извините. Но по-прежнему не наблюдаю никаких достопримечательностей на трассе. Ну, голая карта. Ну, абсолютно не к чему привязаться. Кратковременная остановка.
И продолжаем движение дальше. Заканчивается четвертая серия. Что-то было, по-моему, в мере поступления вопросов, комментариев. С ним буду отвечать по мере их поступления, вернее. Дорожное полотно в приличном состоянии. Напомню, широкая обочина. Постарайтесь посмотреть Россию из окна поезда, когда будем возвращаться. Там на площади трасса М7 железнодорожного вокзала в Красноярске. Я контактировал с цыганками, но общался на площади. Вот, двигаемся в сторону Уфы. Сначала они хотели мне что-то там погадать, нагадать, не знаю что. Но в итоге я стал предлагать им, что я вам погадаю, предскажу все, что у вас впереди будет и так далее. Но они поняли, что я не поддаюсь их влиянию, стали меня избегать. Я несколько раз выходил из вокзала на площадь, завидев меня, они расходились в разные стороны. Впереди город, ограничение 60. Но в итоге контакт с ними был установлен. Они мне и гадали на камеру, и танцевали, пели. Ну, прикольные такие моменты. Посмотрите, не пожалеете. С левой стороны, далеко впереди, поселок Чугуны. С левой стороны двигаемся в сторону города Воротынец. Воротынец. Ударение ставьте сами. Эфир молчит. Интенсивность движения ниже среднего. Ничего достопримечательного пока на карте не вижу. В завершение четвертая серия. Напомню, что с левой стороны вдоль трассы на расстоянии примерно 300-500 метров река Волга. Больше ничего такого достопримечательного не вижу. Ну, карта такая. Thank you.
Ну все, до следующей серии. До следующей, до пятой серии.